Красная шапочка, ты чё такой дерзкий? И слышь ты, пробник Пенхмахина, ты чё разум пендрился? А ты чё через нос разговариваешь? Сейчас вообще через ухо разговаривать будешь. И слышь, ты вообще сейчас разговаривать разучишься, понял, надо будет? Чё? Подожди, братан. Чё там? Ты вообще, братан, с какого года? 88, а чё? 88-го? Ха, поэтому, оказывается, я проигрываю. Я 94-го. Сейчас я, братана, твоего ровесника позову. Братан! Ты чё, а? Медвежья крыша. Скажи ему куриный полет. Слушай, ты геморрой после запоя. Сейчас как тебя вот так возьму? Я смотрю, два на раз ярый, да, такие? А если так, ну? А? Ну, Гульбану, ё-моё, тогда... Сейчас он подойдет. Братан, в беде не оставишь же. Сейчас. Это очень горячий кофе. Кофе. Кофе? Правильно. Ты научился говорить. Господи, молодец, Биг Бой. А это что такое? Телефон. Черт возьми, у меня самый умный ребенок в штате Луизиана. Тиспе. Но фай, ты чё, фай? Испедим, а узун баба была. Казак ти тендамазам, ну-ка, баба чакрам, сага мак-мак кесать. Сынба? Мак-мак, ладно. Алло. Вот, короче, чисто сейчас билет вообще нигде нет. Вернатью, как оно? Ера, но не дегим фригит, ма, не дегим фригит, врач. Да ладно, наверное. Ты чё щегол, бля? Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Добрый день, капитан Аманбаев. Че, нарушил что ли? Да, там на красный проехали и пешеход не пропустил. Давайте документы. А, сейчас. Блин, где же они были, а? Брат, че там документы? Давай быстрее. Сейчас найду, брат. Блин, найти не могу, брат. Ой, ладно, все, не надо, жрюсь. А что штраф? Да, оплачу сам. Не нарушайте днем, пожалуйста. Видите, какая жара, блин. Я твою мать. Он что, говорит, козал так? Олдинг, керемет, кое. Вахат. Что, давай сейчас пойдем похаваем? Нет, ничего! Нет, ты че, ну ты? Ты че, гонишь, что ли, сейчас на прогиб тебя кину? Нет, ты че, гонишь, что ли? Не жаль, Игорь, ты че, ну ты че? Ну, Тима, ассаламу алейкум, халвалай. Алейкум салам, брат. Ничего. А что чувствуешь, что случилось-то? Что такое? Да вот, на футболе связки порвал, прикинь, колено, ну. Теперь на полгода, короче, выбыл из спорта вообще. Еще проблемы вот эти, сейчас операцию будут делать, короче, туда-сюда. Слушай, да ты что? Да. Даже не знаю, чем тебе помочь. Ну, хочешь спину хрустну? Ну, давай. Что такое? Ай, блядь, подожди, блядь. Что такое, Тим? Ай, блядь. Ты еще хуже же сделал, блядь. Мал. Ай, блядь. Ладно, что ты? Тима, нормально все? Тима, давай вставлю. Давай хотя бы хиджаму сделаю, брат. Я хиджаму умею делать. Да пошел ты. Тима, что ты там? Подожди, здесь что, есть сыр? О май гад, почему вы не уточняете, у моего друга непереносимость лактозы? Позовите директора, что за сыр? Я это не буду есть. Не надо это есть, позовите директора. Ранны инде, да, алло, я то ясно. Ай, блин, я так и знал, что ты это скажешь. Салам алейкум, пацаны, классно! Слушай, Диас, у тебя когда днюха? У меня 28 августа. А, число сознания единица. Когда ты в плюсе, значит, тянешь на себя одеяло, делишь людей на своих, не своих. Эгоисты, короче, кончены, все понятно. Рус, у тебя когда днюха? 13-го. О,
Четверка с вымышленной планеты Раху. Да. Новатор. Креативный самый. Да. Пришел в этот мир, чтобы дарить добро. Да. Самый добрый, брат. Да. Пойдем поездку поиграем. Сейчас сколько сможешь это под водой продержаться? Ну, минуту смело. Смело? Смело? Ну давай, что? Смотри. Давай. Давай. Базару нет, 30 секунд уже. Нифига, 2 минуты уже, базару нет, ты держишься. Базару нет, 15 минут уже. Нет, базару нет, уже 2 часа прошло, брат, красавчик. Писай, ну, эй. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Очки, да, ищете? Да. А что, где потеряли? У вас сейчас сколько зрения? Ну, последний раз, когда проверяла, было 1,75. 1,75. Вы как хотели сами вообще? Чтобы минус сколько было? Я хочу, так. Чтобы на это восстановилось. А, чтобы восстановилось. Я думал, вы дальше больше хотите, чтобы минус 75, минус 3, потом минус 5 тема же, нет? Нет. Новая модель она у нас. Она чуть-чуть необычная. Ее, короче, по идее, вот так носишь. Сейчас, подожди. Вот так надеваешь. Но у тебя, короче, один минус, короче, солнце будет глаза бить. Но вообще вот так ходит. Типа не защищаешь? Да. Ну, типа, вот так, если надеваешь, не защищает. Ну, а так, видишь, чуть-чуть не очень. Это да. Еще тоненький, знаете? Еще тоненький? Если еще тоньше, есть просто, короче, без очков, просто дужки вот так получается. Сейчас. Знаете, матранга, знаете? Матранга? Угу. Да. Матранга это саксаек. У нас акция сейчас есть 5900, пакет включает в себя, получается, ну, сами очки, оправу, диагностику, то есть консультацию и очечук один. Зрение как у вас? Нормально? Хорош? Минус. Ну, если чего, смотрите, можно будет, у нас есть сварочный кабинет, заходите туда, зрение чуть-чуть портите, и минус можно 2, минус 3 сделать, если хотите. Зачем мне? Просто корректор скоро будет. Есть у нас солнцезащитные, есть солнценападающие, если хотите. Вы как хотите, чтобы защищали от солнца глаза или чтобы они на солнце нападали сами? Вот солнценападающие, это как, например, Бензема, знаете? Есть такие средние, но солнце полузащитный называется. Они чуть-чуть наполовину защищают, получается. Один глаз только защищает, а второй так. Ну, потом вот так можете, видите, второй будет щуриться. Да. Какой лучше? Вот этот, который имеет нападающий? У нас, кстати, сегодня акция тоже есть. Допустим, выбирайте очки. Угу. Они сколько стоят, например? 20. 20? Вы нам 25 скидываете, мы вам 5 еще возвращаем, и все. А покушать нету, братаныч? Давай, посмотрим. Ну-ка, так встань. Чуть-чуть вот так. Теперь вот так. Как дела? Да, ничего, мощно, брат. Ты сам какого года? 99-го. 99-го? А, вот эти, брат, только с 2000-го вот эти носят. Ну, вот эти, они у нас унисекс. Есть просто секс-очки, сейчас я тебе покажу их. Мы делаем то, что любим. Арнатик, как мне карнаш петверо? Хочешь, меня страшно ашып тұр, мен нереально голодняк болатым что-то. Ты тоже не ел, да ничего. Я вот с утра, прикинь, шықтым да виден, аль ты же емеппін. Хочешь, меня вообще страшно ашып тұр, ой, кәдімгіде. Ой, ашқанда прям жылудық жұрса сөйт. Кәд, не берсе де жек қойын деп тұрм, ой, кәдімгіде. Менде де страшно сүйісім кеп тұрм, сорсып сүйісім. А, сенің сондай голодняк па? Ой, мен кәдімгі тама жегім кеп тұр дегенім ғой. А, сен де мынандай голодняк па? Ойбай, мен. Мен андай, мен жөнімен қарным ашып отқан жоқ, брат. Нормально. Все, братан, перезвоним. Самый. Братишка приехал. Давай. Молодец. Жахса, братан, спасибо. Мама шла, нормально? Все отлично, братан. Слушай, помощь нужна. Ты же Акимом стал, братан? Помоги, пожалуйста, братишке, блин, родители напрягают это дома, ничего не делают. Постал. Ладно, давай, я подумал. Давайте магазин открою, официальный, как положено, будет зарабатывать, да? Завязывай, братан, магазин откроешь, там сутки надо сидеть, ты чё? Я чё, за копейки, что ли, там буду работать? Ладно, давай тогда тебе 3 миллиона тенге дам, корову купишь и будешь сельскохозяйственным заниматься. Братан, хайда, корову? Я вообще с города. Мне чё, ходить там бараны, что ли, пасти? Ладно, давай я тебе машину куплю, будешь таксовать, нормально же? Сам куплю тебе машину. Бля, братан, ты что думаешь, таксовку что думаешь? Капец, бабки что ли приносит? Там копейки, круглосуточно надо ездить. Хорошо, его. Какие варианты? Хорошо, что ты хочешь? 5 гектаров земли, дай, братан. Баню что-то хочешь построить? Нет. Сминавшу особо сад верим. Чисто казахская тема, братан. Сейчас все так делают. Ой.